На этих кадрах, снятых камерой наружного наблюдения, виден момент задержания грабителей, которые пытались оказать сопротивление полицейским. За одну ночь двое молодых людей, оба ранее судимые за преступления имущественного характера, 22- и 25-летние сочинцы совершили два ограбления. Первое нападение произошло на площади искусств. У потерпевших они украли сумки и мобильные телефоны. На улице Первомайской жертвами стали мужчина и женщина. Избив потерпевшего, молодые люди отобрали у него мобильный телефон, а у его спутницы выхватили сумку с личными вещами. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».